Глава Барнаула Сергей Дугин отдал свой голос на выборах губернатора Алтайского края. Он приехал голосовать на избирательный участок, расположенный в Барнаульском лицее номер 86. Также он проголосовал за один из 15 барнаульских детских садов, который, по его мнению, должен получить дополнительные средства на развитие образовательной среды. В разговоре с журналистами Дугин подчеркнул, что отдать сегодня свой голос за достойную кандидатуру – гражданский долг каждого. Для того, чтобы это было сделано, мы открыли сегодня в городе 264 избирательных участка. Значит, проголосовать может каждый, даже те, кто сегодня находится в стационарных лечебных учреждениях, в СИЗО. Для них открыто 11 временных участков избирательных. Поэтому еще раз призываю всех прийти и проголосовать.